Ну вот только что мы говорили, что история изучает современность, в том числе и современную философию, как результат предшествующего развития человечества, не в отрыве от этих результатов. И это может быть дано либо в виде некого перечня отдельных философских систем, так дают в истории философии, либо это может быть дано в виде системы категорий, таких наук, которые сумели построить свою науку как систему знаний, очень мало. И к их числу относится и философия. Почему? Вот в философии есть система категорий Гегеля, в которой имеется движение от простого к сложному. А что такое сложное? Множество простых. Как это очень сложно вы определяете. Я бы был бы сложенный из простых. Вот это каждый запомнит, правда? Сложное – это сложенное, уже прямо говорится. Сложенное из простых. Поэтому вот это движение логическое, оно воспроизводит историческое движение, но с исправлением всяких отступлений. Поэтому каждый в истории существовавший философ мог в одном сделать шаг вперед, в чем-то ошибиться. Можно сказать, что вот, скажем, историю делали материалисты, а идеалисты только мешали. Нет. А можно сказать, что делали идеалисты, а материалисты им мешали? Тоже нет. То есть мы не можем сказать, что вот история, философия – это творение только вот представителей какой-то одной школы, правильно? Поэтому Ленин даже в своем конспекте «Науки и логики Гегеля» записал следующее, что умный идеалист лучше глупого материалиста. И Ленин как раз рассматривает тот вопрос, который мы с вами рассматриваем, историю философии, саму философию. Он написал такую статью специально для журнала «Под знаменем марксизма». Этот журнал был учрежден после революции для обсуждения философских, диалектических вопросов, вопросов диалектики. Называется она «О значении воинствующего материализма». И вот там Ленин призывает к тому, чтобы материализм был бы не сражаемым, а сражающимся. Так вот, говорит, наш материализм без диалектики больше похож на сражаемый, чем на сражающийся. И вот если мы не освоим науки логики Гегеля, если мы не вооружимся знанием этих категорий, мы не сможем устоять перед натиском реакции и лжи. Вот у нас люди сейчас, и особенно историки, изучают причины поражения Советского Союза. Некоторые, правда, говорят, что он развалился. Это злобные люди. Это очень злобные и коварные люди. Дескать, это такой создали строй, который саморазваливающий. Знаете, вот есть упаковки для молока в Новгороде делают, в Великом. На солнце, если полежит, она сама рассыпается. Но молоко вы выпьете, упаковку бросите, где бросили, она там сама разложится, и вам не надо ни мусора возов, ни мусорных площадок. Так вот, говорит, такой мощный создали строй и государство, которое само разваливается. Вот это сила! Какие только преимущества не называли социализма, а тут, оказывается, вот есть преимущество. Само разваливается. А оно само развалилось или его уничтожали извне и изнутри? Причем долго это происходило. Вот если взять исторические периоды, ну сколько вот времени длился переходный период от капитализма к коммунизму? Я правильно излагаю? Коммунизм был у нас? Что значит нет? Где у вас? Где у вас? Где у вас не было коммунизма? Коммунизм, вы знаете, что такое коммунизм? Коммунизм – это высшая стадия по марксизму. Это стадия. Откуда знаешь, какие стадии? Вот я, например, наркоман. У меня высшая стадия, я вся умирать буду сейчас. Высшая стадия. Нет, это неправильное определение. Кто-нибудь знает, что такое коммунизм? Вот армянское радио спрашивает, что, когда мы будем жить при коммунизме? Оно так злобно отвечает. При коммунизме уже жили.
Дескать, поживите теперь при капитализме. Вот там есть рука поднятая, пожалуйста. Экономическая формация с максимально, которая характеризуется наибольшим уровнем развития производственных сил. Ну, а каждая следующая формация характеризуется большим уровнем. Как-то это вот бледно. А коммунист кто-нибудь может перевести? Это на каком языке коммунисты? С латинского на русский. Вот есть вот знаток латинского. Пожалуйста, переведите, пожалуйста, для труда. Общий. Это строй, основанный на общественной собственности. И больше ничего. Вообще, если взять, охватить всю историю философским взглядом, то вся история укладывается в три положения. Сначала было общество, основанное на общественной собственности. Как оно называлось? Первобытный коммунизм. Первобытно-общинный коммунизм. На общественной же собственности? Значит, коммунизм. От слова коммунис, общий, а не от правит частный, да? Значит, 90 тысяч лет прожили при коммунизме. Чего вы смеетесь? Вот женщина там, правящая сила была, правильно? Матриархат был. Потому что восставят на вас мужиков, а дети будут не накормлены, кто-то будет голодный, кто-то будет сытый. А тут они приходят с охоты, все уже распределено, разделено, если много еды, справедливо разделено. Мало еды, тоже справедливо, а не то, что один наелся, а другой все, умри. Пьянство было? Нет. Еще не изобрели еще, что пить. То есть что-то хорошее было в неразвитости производительных сил. Затем отрицание коммунизма. Это три сразу формации. Или одна частнособственническая формация, которая разделяется на три формации. Рабовладение, феодализм, капитализм. Какая собственность в основе? Частное. То есть отрицание коммунизма. Правильно? А потом, вы слышали, наверное, про закон отрицания? Отрицание философский. Слышали, наверное. Слышали про закон отрицания? А потом отрицание, отрицание. То есть возвращение к коммунизму, но обогащенному всеми достижениями, которые были сделаны в лоне частнособственнических формаций. Опять коммунизм. Какой? Ну, коммунизм, который выходит из капитализма. Так коммунизм или не коммунизм? Тут товарищ заколебался что-то. А вы что? А вы как назовете? Ну, по окончании переходного периода. А переходный период к чему? Социализм. Нет такого способа производства социалистического. Нету в природе. И в науке нет. Способ производства коммунистический, то есть основанный на общественной собственности. А в самом деле, это молодой коммунизм с отпечатками старого строя. Вот у Маркса в критике Готской программы ни о каком социализме и духу нету, и разговора нету. Он пишет, что вот есть капитализм, потом идет переходный период от капитализма к коммунизму, то есть становление коммунизма. Потом идет коммунизм с отпечатками старого строя в экономическом, нравственном и умственном. Допустим, у вас уже нету, в нравственном и умственном уже дураков нет. А если в экономическом есть, то оно будет и в нравственном, и в умственном, потому что экономика первична, правда? Поэтому не волнуйтесь, так сказать, вырастут дураки, и будет все хорошо. Значит, а дальше идет высшая фаза коммунизма, которая означает полный коммунизм, зрелый коммунизм, развитый коммунизм. А социализм что такое? Это коммунизм. Незрелый, неразвитый, неполный. Вот если вы молодой человек, вы человек или лягушка? А то я как вы вот поступлю, скажу, вообще вы не человек, выйдите отсюда. Нету никакого социализма как отдельной формации, нету. Есть коммунизм, неразвитый, неполный, с отпечатками, с родимыми пятнами капитализма. То же самое буквально Ленин повторяет в «Государстве революции». То же самое, что социализм – это обычно, вот когда говорят о социализме, имеют в виду коммунизм, но какой? Неразвитый, незрелый, неспелый. У нас есть где-нибудь полный коммунизм на Земле? Нету. А коммунизм есть где-нибудь на Земле?
Как нет? В КНДР есть? Есть. Какой там? Неразвитый, незрелый. С родимым пьяцу будете перечислять, что там неразвитый. Там много чего найдешь. Много чего. Я там был 2 недели в 92-м году. И объехал. Возили меня на машине, как главу делегации. Поселили рядом, под Пхеньяном, на даче ЦК Трудовой партии Кореи. И 2 у нас еще человека было. Один от газеты «Народная правда». Статьи писал, 3 статьи написал «Народная правда», а другой товарищ с телевидения ленинградского. Вот мы рассказывали о том, какая там жизнь. Вспоминали, похоже на ту жизнь, которая была в Советском Союзе. Очень даже похоже. Ни проституток, ни бомжей, ни безработных. Народ учится, строит, все чисто. Действительно, страна утренней свежести. Но есть проблемы, потому что нефти нет. Так вот 80% горы, поэтому 20% только пашня. Но ничего, на горах выращивают яблонь. Яблоки есть у всех. Вот. Едят скромно, не видели голодных никогда. А были мы в самых разных местах, по всей Корее проехали. И видели большую стену, которая разделяет Северную и Южную Корею. Вот разговаривают о том, что какая-то там якобы стена была в Берлине. Это вообще не в счет, эта стена. 250 километров построили южноамериканцы, южнокорейцы с американцами вместе. Это, наверное, так вместе я и соединил их. 250 километров пересекает весь корейский полуостров пополам. Отвесная в сторону Северной Кореи, пологая в сторону Южной Кореи. Мы там были, с севера смотрели, там прямо на полосе стоит помещение, в котором переговоры должны вести. С одной стороны там в середине стол, с этой стороны один флажок стоит Северной Кореи, а там 17 флажков. 17 государств под эгидой ООН во главе США находятся в состоянии войны с Северной Кореей. Мирный договор не подписан. Поэтому говорят, а чего они так себя ведут? Ну, представьте себе, мы бы сейчас были в состоянии войны. Я думаю, вы бы с оружием сейчас тут сидели. У нас с Японией нет мирного договора. Ну вот, поскольку с Японией у нас нет договора, поэтому у нас там туда и направляются разные войска на эти острова, чтобы не заглядывались сильно. Или там у нас только рыбу ловят. Ну, вот. С оружием? Да, с оружием. В одной руке оружие, а в другой удочка. Также про вьетнамских крестьян рассказывали. Они мирно, так сказать, вот, работают на полях, вдруг пролетает американский самолет. Ну и тогда вылетает ракета из этих орудий сельскохозяйственных и сбивает американский самолет. И сообщение идет от вьетнамского информбюро о том, что мы оснастим наше сельское хозяйство еще более полным набором различных сельскохозяйственных орудий. Ну, есть же страна, которая выиграла Соединенные Штаты в Америке. Вьетнам выиграл же? С помощью. А вы сейчас вот изучаете философию с моей помощью. Так что, это не вы изучаете, что ли? Я изучаю. Вы так как-то так сразу себя преуменьшаете. Ну, вы же изучаете сейчас философию. Но с вашей помощью. Ну, с моей, но вы... Ну, или я с вашей помощью изучаю? Вы как это? С вашей помощью. Ну, вы изучаете. Но без вас я не могу изучать философию. А без Гегеля? Тоже не могу. Тоже не можете. А если бы с Гегелем, но без меня? Все равно не можете. Вот. Какой я важный. Спасибо за комплимент. Наконец я проникся самоуважением глубочайшим. Думаю, надо же, не случайно он сел. Это я, мы с ним договорились, он, чтобы он рекламу мне дал. И так и недорого запросил, между прочим. Ну, сейчас рынок, что вы хотите. Да. Ну, кто выиграл-то? Вьетнам выиграл у Соединенных Штатов Америки? Выиграл. А Америка у кого выиграла? У Мексики. Рядом там. Там же была война между двумя Вьетнамами, у которых все есть поддержка. И тут между двумя. И тут между двумя.
Ну, Китай поддерживает. Как не поддерживает? Это братские страны. Ну, даже у Китая не всегда хорошие отношения были с Вьетнамом. Но когда речь пошла о войне Вьетнама с США, конечно, Китай помогал добровольцами. А у нас вот мой товарищ в аспирантуре мы были, Миша Ширяев, он вместе с системой ПВО работал. Да. Да, очень хорошо. Как стукнут, так сразу 5 самолетов падает. Они тучами там летали. А если мы вот при поддержке Соединенных Штатов Америки и Великобритании выиграли Великую Отечественную войну, так это мы не выиграли, что ли? Ну, выиграли. А что-то вы так, а Вьетнам чего так не уважаете? Но Вьетнам-то выиграл же войну. Ну а США с какой-нибудь поддержкой выиграла какую-нибудь войну, кроме как с Мексикой, соседней? С Испанией. Да? Да, они там на островах где-то. У китайских добровольцев где-то 28 человек было, выиграли. Сколько человек во Вьетнаме сейчас? Не знаете? А вы, наверное, из Китая. Вам кажется, всем это все ничто. Если меньше сотни, все. А Россия еще, она просматривается, 150 человек, миллионов. А Вьетнам 90. Ну, 90 вообще по сравнению с Россией немало, правда? 90. Вторая крупнейшая страна, можно сказать. Или самая после Китая из соцстран. Какая самая крупная? Вьетнам. А вы не знаете, сколько там. Знали, что ли? Ну, я думаю, что у каждого человека есть шанс и есть выбор, чтобы выбрать свои верования. Не обязательно верить в информационный подход. Прекрасно. Прекрасно. Так вот, кто выше стоит в социально-экономическом смысле? КНДР там какой строй? Там социализм, низшая фаза коммунизм. А Китай только строит коммунизм. Кто выше стоит? КНДР стоит выше, конечно, да. Ну, вот Советский Союз тоже был построен, коммунизм, низшая фаза. До высшей далеко. Ну, а в Китае переходный период уже, ваши товарищи объявились, 100 лет будет примерно переходный период. Так что КНДР, вы отстали от КНДР точно на 100 лет. Ну, да, я согласен. Много поколений. Да, точно. Но вы быстро догоняете. Так что это хорошо. Не, ну большая страна, мы уважаем, а Индия тоже большая, так в Индии капитализм. А вы Индию перегнали на целую общественно-экономическую систему. Правильно? У вас же какой строй? У вас движение от капитализма к чему? К социализму. Что значит социализм? К коммунизму у вас движение. У вас партия как называется? Социалистическая или коммунистическая? Что-то я не очень понимаю, куда я попал. КПК она или СПК? Ну, переходный период от капитализма к коммунизму. Ваш генеральный говорит о Ленине, о ленинизме, так сказать. Это все у вас входит в систему. Мао Цзэдун об этом писал. Мы читаем Мао Цзэдуна. Он видный деятель. Он Хрущева критиковал очень правильно. Наши молчали, а Мао Цзэдун не молчал и правильно сделал. Так. Короче говоря, значит, видите, вот вся история у нас. Вот и все. Коммунизм потом... Три частных собственнические формации и снова коммунизм. Ну, сначала они развитые, потом неполные, потом полные. Вот сейчас вы тоже все молодые люди, а потом будете просто люди. Это хорошо? Не знаю. Молодой человек даже и неплохо. Неплохо же, да? Не молодой человек. Вот я, например, пожилой человек. Это что значит? Я могу, конечно, как философ доказать, что мне лучше. Потому что я человек пожилой, то есть пожил. А вы не пожили, а вдруг какая-то трагедия. И так вы остались, не пожили, а я пожил. Мне вообще ничего не страшно. А вам страшно. Так, ну мы с вами изучаем историю философии. Бегло. Почему бегло? Потому что у нас вообще курс не по истории философии, а по философии. Поэтому мы, так сказать, проходим с очень крупными мазками по... философии и концепциям философским с точки зрения того, а имеют ли они какое-то звучание сейчас, имеют и распространение имеют,
Причем в научном плане, может, меньше, чем в плане влияния на умы современного общества. Потому что современные люди – это люди, которые философии не знают, и поэтому они кто на уровне Платона, кто на уровне Парменида знает только бытие, а не бытие вообще он такое не слышал. Вот кто у кого карма плохая, кто у нас кришнаид, хари-хари-хари-рама, хари-хари-хари-рама-рама. Разные у нас есть всякие там товарищи. А у нас с вами сложная задача выйти на передовой уровень современной философии. Поэтому мы тут долго задерживаться не будем. Значит, мы уже стали с вами рассматривать уже греческую философию. До софистов мы не добрались, да? Нет, мы закончили на Зеноне. И вот, да, так? На где? На Гераклите и Эфеске. А, на Гераклите. Возвращаемся к Гераклиту. И это очень важно. Потому что Гераклит Эфесский является родоначальником диалектики. Это он сказал, что все течет, все изменяется. Что такое изменение, это он не мог сформулировать. И это современная философия. У Гегель, как человек, который создал систему диалектической логики, он это сформулировал. Ну вот мы можем проверить, у нас современные люди знают, что такое изменение. Ну что такое? Вот вы изменяетесь, да, молодой человек? Изменяетесь. Вы равны самому себе? Вы себе равны? Равны. То есть вы не изменяетесь. То есть зря лекции я читаю зря. То есть я читаю, читаю, а вы вам все равно. Вы не изменяетесь. Это я плохо читаю лекции, или вы плохо воспринимаете? Кто из нас виноват? Или мы оба такие, подобрались парочка, один не читает, а другой не понимает, и сидим, разговариваем. А сидите все не в счет, товарищи. А нам хорошо. Значит, не очень здорово, да? Хорошо. А я второй вопрос задаю. Вы не равны самому себе? Что-то вы узнали от меня хоть чего-нибудь столько? Значит, вы не равны уже самому себе? Вот, не равны. То есть это уже не вы, которые были, вот вы пришел один, а сейчас уже не такой, да? Документики сдайте старые, вот те, которые. А вы уже другой же человек стали. Ну, человек послушал лекцию и стал другим человеком. Так а тот человек, это же вы уже не имеете права держать документы того человека. Вы мне сдайте, я отнесу в деканат, а вы идите, оформляйте новые, скажите, я вот тут слушал курс философии, стал другим человеком. Сейчас все меняют. У кого есть страховое свидетельство под рукой? Страховое есть? Читали на обороте? То есть на уголовке не читали, страховое свидетельство не читали? Нет, я читал на обороте. Что написано там? Место прикрепления. Да ладно. Что вы самое интересное не читали? Больше никто не читал, кроме него? То, что там место полусвидетельства в связи с изменением пола. Так. О. Правильно? Вот этот товарищ читал. Подлежит замене в случае изменения фамилии. Там очень здорово там позаботились, все подстраховали себе. Подлежит замене документ в случае изменения фамилии, имени, отчества, года, места рождения. Вы не поменяли место рождения еще? Напрасно, Иванов поменял уже. А вы что-то задерживаете. И пола застрахованного лица. Это надо обдумать. Так, женщинам это неинтересно. Потому что у вас пенсия с 55 лет. Ну, если не поднимут. Все время считают, что что-то у нас задерживается экономика только из-за этого. Что надо передвинуть вот возраст. Это единственное, что у нас вот сковывает. Ну, а мужики, вы настраиваетесь. 55 лет. Меняешь пол, и уже на пенсию не с 60 выходишь, а с 55. И, так сказать, и все уже предусмотрено. И страховое новое получаешь, и отдыхаешь. 5 лет. А дураки вроде меня работают. Но я уже это пропустил. Я уже лох. А тут все вот... Вы же молодой человек. Да. Ну, у вас все впереди.
Значит, что здесь проявляет себя? Здесь проявляет себя диалектика. Она состоит в том, чтобы об одном и том, же, чтобы выразить изменения, нужно сказать два противоположных утверждения. Два противоположных. Обязательно. И совместить их вместе, иметь в виду оба. То есть, если что-то изменяется, то значит оно и равно, и не равно самому себе. Если оно изменяется, значит оно. То есть оно равно самому себе. Но изменяется, значит не равно самому себе. В одно и то же время. Студент, если он только равен самому себе, это не в коня корм. Зачем ему преподавать, он все равно останется. Вот. Ну такие, говорит, попали студенты. У нас такой есть преподавательский анекдот. Раз им объяснил, не понимает. Второй раз объяснил, не понимает. Третий, четвертый, пятый. На шестой раз я уже понял, они все равно не понимают. Такие попали студенты непонятливые. То есть сама природа студента, что он все время себе и равен, поскольку он студент, тот же самый. И он не равен, потому что если он тот же самый, значит, он вообще не развивается, не обучается. А если он обучается, он постигает новые какие-то горизонты, он приобретает новые знания, поэтому он не равен, не равен, не равен. И даже есть английское выражение «I'm a student». Что это означает? «I'm a student» – это вот английское такое выражение, которое означает, которое применяет к себе люди, которых никакими студентами не являются. Что я, дескать, учусь всю жизнь, как военные говорят, генерал выходит и говорит «я солдат». Это что значит? То есть он служит армии, военной. А этот студент, I'm a student, означает, что я учусь. А если я не учусь, это что значит? Что меня выгонят из преподавателей. Почему? Потому что от нас требуется что давать новое. На ученые что должны делать? Давать новое. А если я старое даю, так тогда все, до свидания. То есть если я не студент, то тогда и все. Так что мы с вами друг друга поймем. Я вас выгоняю, вы меня выгоняете. У нас все хорошо. Или наоборот. Вы меня не выгоняете, я вас не выгоняю. Опять хорошо. Так. Ну вот с Гераклитом мы разобрались. И даже, так сказать, некоторые начала диалектики. Хотя в учебниках я видел совершенно не диалектическое изображение его учения. Говорит, пишет, вот Гераклит сказал, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Как это нельзя два раза войти в одну и ту же реку? Только в одну и ту же реку можно войти два раза. Ну как можно два раза войти в разные реки? Это одна река, это другая. Значит, в эту один раз, в эту один раз. Только два раза и можно войти в одну и ту же реку. Это первое положение. Второе положение. Ну вошли второй раз в Неву, вошли, а вода уже течет другая. А песочек-то передвинулся, значит, русло уже другое. Значит, вы уже вошли не в эту реку. Тоже правильно. Две правильности противоположных дают диалектическое утверждение. Река изменяется. То есть изменяется то, что и равно, и не равно самому себе одновременно. Мы еще на этом будем останавливаться. Сейчас мы на этом задерживаться не будем. Но вот мы это запомним, что это началось все с Гераклита. А потом появились люди, которые как бы это оставили, и другие вопросы разбирали. В частности, вот Зенон, ученик Парменида, он, собственно говоря, можно сказать, выступил против диалектики или не понял диалектики, которую развивал Гераклит. Он всякие доказывал, как бы, правильность положений Гераклита так, что вроде как получается, что это противоречит, так сказать, разумному. Методом от противного он доказывал. Вот Ахиллес и черепаха. Апория. И много у него было таких апорий. Вот Ахиллес догонит черепаху или нет? Вот он доказывал, что не догонит, потому что вот тут черепаха, тут Ахиллес. Вот когда до этой точки, где была черепаха, добежит Ахиллес, а черепаха-то уйдет, опять будет картина. Вот Ахиллес, вот черепаха. И отрезок между ними. Тогда Ахиллес вот этот отрезок пробежит, а черепаха-то уйдет. Ну, медленно, конечно, ползет, но уйдет.
А и что получится? Опять та же самая картина. Вот Ахиллес, вот черепаха, между ними отрезок. И он опять, и так он все бежит и никогда не догонит. Ну и так далее. Вот такого рода апории были, которые разрешаются только диалектически на самом деле. Не расстраивайтесь, догонят Ахиллес черепаху. Потому что вот это вот сведение к отдельным шагам бесконечно. Но для этого надо, чтобы вопрос о бесконечном был развернут и был в философской системе. А в это время философы такого понятия, как философского понятия, не знали, что такое бесконечное. Да и, я думаю, присутствующие вряд ли скажут, что такое бесконечное. Как вот соотносится между собой конечное и бесконечное? Вот вы конечное или бесконечное? Молодой. Что, не знаете? Конечно. То есть ваше незнание конечное или бесконечное? Конечно. Незнание у вас конечно, а незнание конечно, а знание бесконечно. Наоборот. Хорошо, знание у вас конечно, а незнание бесконечно. То есть, а сам вы конечный или бесконечный? Конечный. Конечный. То есть, конец вам, да? Ну, если конечный. То есть, конец близится? Медленно вы считаете. Я считаю, что быстро. Не успеешь оглянуться. Ну, а что наука говорит? А наука говорит, что истина бесконечная, оно, истина бесконечная, включает в себя конечное. Вот вы член общества. Или вы себя отделяете от общества. Вот общество отдельно, а вы отдельно. Два таких предмета. Общество, а там. И вы вот тут. Ну, пока-то тут среди народа находитесь. Но вообще-то вы в обществе себя ощущаете человеком. У вас сущность общественная или... Вот, общественная сущность у вас, представляете? А общество конечное или бесконечное? Бесконечное. О, так у вас сущность бесконечная. Логично, нет? Логично. А что тогда вы на себя наговариваете? Вот она, например, сразу согласилась, что она бесконечная сущность. Правильно? Тут сразу и двое подсели. Если сущность бесконечная. А вы один сидите, никто к вам вообще не хочет с вами даже общаться. Смотрите, сюда у вас свободное место, и сюда, и сзади вас никто не сидит, и спереди. Представляете, как вы изолировали себя? Вообще от человечества отделились. Но по сущности-то вы оказались общественным человеком. А как общественный человек вы бесконечный, а как животное – конечное. Но нам важно, что вы как животное, что вы потом не можете кушать. Это нам важно? Или ваши дела в обществе, которые вы сделаете за свою жизнь, в этих делах своих человек конечен или бесконечен? В делах. Бесконечен и вечен. А вот если вы продвинете человечество вперед, вы будете кто? В какой-нибудь области, в истории, допустим. Кто вы будете? Гений он будет. Поэтому они все тоже садятся, боятся вот с гением сесть. Уже другая картина. Совсем другая картина. А причем он испепеляет, так сказать, вот рядом, вокруг пространства. От него исходит соответствующее сияние. От всех исходит такое сияние или нет? Вот тут надо думать. Но это вот пока еще товарищи философы древние, они еще с этим не имели дела. Поэтому они построят, так сказать, головоломки такие для себя сделали, чтобы человечество дальше думало. Вот. Потому что на самом деле вот в этих отрезках тут можно бесконечно их строить, а время-то, за конечное время можно пройти бесконечное множество точек, правильно? За конечное время. Не надо для этого бесконечное время. А если возьмете отрезок от нуля до единицы, как в математике доказано, то вот, говорят, мощность этого множества, то есть равна мощности всей числовой оси. То есть можно установить взаимно однозначное соответствие между отрезком 0 и 1 и всеми числами действительными на числовой оси. Почему говорят континуум? Континуум вообще это отрезок 0,1. А можете считать вся числовая, как хотите. Но если отрезок, его легче в карман положить, чем эту ось заматывать на всех и куда-то закладывать. Отрезок 0,1 больше, чем... Не больше. Не больше.
Математика говорит, что больше. А? Математика говорит, что больше. Фамилия математики. Какой такой математик говорит? Например, Фибоначчи. Вот у нас вот тут два математика есть дипломированных. Вот Степан Степанович, он матмек закончил. Вот он там снимает. Он знал, что такие найдутся люди. На всякий случай тут надо мне, чтобы помогали. Вот. И я закончил с отличием матмек. И не надо мне рассказывать, молодой человек. Меня в аспирантуру рекомендовали. А только я пошел в аспирантуру на экономический. А по философии я самоучкой. Ну, то есть Гегель у меня. Вы же сказали, что вы кем? У кого собираетесь? У меня и у Гегеля. А я только у Гегеля учился. Вот в этом и вся разница. А так мы с вами близнецы-братья. Так. Ну, давайте дальше пойдем. Значит, Демокрит. Слышали такое слово? Чем он знаменит? Ну, что атом он придумал? Подумаешь, кружочки. Он знаменит тем, что он материализм. Первый материалист. Первый самый материалист. А это вот как раз открытие атомов, это как бы это выражение его материализма, как он изображал мир, что вот в основе мира лежат атомы. Неделимая частица вещества. То, что это не частица вещества, подтвердилось? Подтвердилось. А то, что она неделимая, подтвердилось? Нет. Материализм подтвердился? Подтвердился. Да. Ну вот, а он... А вы хотели этого Демокрита так... Это, парохода современности сбросить. Потому что если атомы неделимые, он это не подтвердилось. Ничего, это не разобрался, Демокрит. А если он материалист, то разобрался. Совсем другой разговор. То есть надо брать определяющие. Так. Вот атом вечен. Ну, не вечен, как выяснилось, да? Бывает, атомы распадаются, разлагаются. На Солнце есть атомы? Да. Да. Вот даете. На Солнце есть атомы. Какая там температура на Солнце? Несколько тысяч градусов. Тысяч? Да. Я чувствую, что вы собираетесь на Солнце и где-то себе так обустраиваете, чтобы там не сгореть. Там есть субатомные частицы. А какое вот, какие вы знаете состояние вещества? Это уже не математика, а физика пошла. Значит, твердое, жидкое, и больше не знаете. Плазма, вот, слушайте, рядом сидит, вот человек знает. Объясните товарищу. Плазма, это что такое? В каком состоянии находится вещество? Атомы есть? Дорогой товарищ, улетели электроны все, расщепился атом. На мельчайшие частицы в таком вот состоянии находится. Не могут они выдержать атомы. То есть при известной температуре разрушается молекула. Молекула разрушается, уже отдельные частицы. Там. Все это уже нарушено. Это вся. Миллионы там градусов на Солнце. Так что так хорошо, фуфайку одевайте, если туда полетите, там можно сгореть иначе. Так. Ну вот он еще говорил, что он тождественен самому себе. С этим можно согласиться, что атом тождественен самому себе? Можно? Вот я вас хочу спросить, мы с вами эту тему разбирали. Тождественен атом самому себе? А? Понял. Не знаете? Ну, если и да, и нет, значит, тождественен. Ну, я же про вас могу сказать, что вы равны самому себе. Я не все про вас рассказал, но сказать-то могу. Ну, все. Я же не сказал, что вы только равны самому себе. Я сказал, вы равны самому себе, это правда? Правда. А вы не равны самому себе, это правда? Правда. Значит, две правды могут быть противоположными? Могут быть. А диалектическая истина и состоит из двух противоположных утверждений. Так что, ну, одно-то утверждение тоже правда. Вот вы хороший человек. А? Наверное. Что значит, наверное? Да. Так, как это? Да, надо с товарищем разобраться. Надо комиссию создать. Он даже сам не уверен. А почему он не уверен? Потому что он не уверен, что будет совершать хороший поступок. Сейчас накинется на вас и голову оторвет. Узнает, что вы гений. И хочет прославиться. Потому что сам не может прославиться, а на том, что вот вам что-нибудь плохое сделает. Как это вы не уверены, что вы хороший человек? У хорошего человека есть недостатки? Да. Так если у меня есть недостатки, я что, плохой? Да. А что тогда вы-то чего так себя поставили? Я вот говорю, что я хороший человек, у меня недостатки есть. Недостатки. А если у вас недостатки важнее,
больше вес имеет, чем достоинство. Разве вы хороший человек? Вы тогда кто? Ну кто вы тогда, если у вас недостатки перевешивают? И они уже не недостатки, тогда у вас хорошие качества. Это ваши недостатки. А бывают же подлецы? Я уже про вас не говорю. Ну подлецы бывают? Мошенники. А кто такие мошенники? Они втираются в доверие. Мошенничество – это как раз использование вот хорошего отношения для того, чтобы сделать какое-то злое дело. Значит, в Уголовном кодексе написано, мошенничество – это злоупотребление доверием. Вот вы мне доверяете, а я, может, такое сейчас скажу. Вот. Некоторые товарищи не доверяют так прямо сразу. И они бывалые люди. А вы уже взяли на себя поклёп. Ну, если это чистосердечное признание, что с ней делать будем? Не уверен, сам человек не уверен, хороший он или нет. То есть вы куда-то подойдете с какой-то бандой, что ли, скоро? Кто такой неуверенный? Нет, чтобы сказать, я человек хороший, у меня есть недостатки, я с недостатками борюсь. Ну, если вы боретесь с ними. Или недостатки с вами не борются. Недостатки ведь борются с вами. Если они недостатки, борются. А или они такие вот сидят, такие, они борются. А вы с ними боретесь? Ну, кто кого побеждает? Если вы их побеждаете, так а что тогда вы сомневаетесь, что вы хороший человек? Какая-то такая неуверенность, товарищи студенты. Что за неуверенность такая? Да как вы должны ходить с гордо поднятой головой? Я успешно борюсь со своими недостатками. Что тут плохого? Но если вы скажете, что у вас нет недостатков, то я скажу, лгун! Вот да, это действительно уже нахальство сказать, что нет недостатков. Есть какой-нибудь человек, у которого нет недостатков? Ну-ка встаньте и выйдите, лгуны, все долой отсюда. Никто не выходит. Ах, вы все с недостатками. Ну, постарайтесь их в действиях не сильно проявлять. Потому что если они в действиях не проявляются, то не надо поклёпа на себя. Потому что если они не проявляются ни в каких действиях, то это не недостатки. Правильно? Поэтому лишнее это не надо наговаривать. Ну, ладно, сказали, что есть недостатки, и хватит эту тему развивать. Так, идем дальше. Каждый атом, говорил Демокрит, окружен пустотой. Современное это высказывание или нет? Да. Да. А мы в материю как понимаете? Материя какая бывает? В виде чего? В вакууме есть материя? Да, а вот кто-то товарищ говорит, все, пустота. Что значит пустота? Что нет материи там. Нет, вот есть, говорит, такое пространство, там нет материи. А что там есть? А ничего нет. Ну и где вы видели такую пустоту? А там электрические волны идут, нет? Волны идут, свет идет. Где такая пустота, через которую никакие волны не проходят? Радиоволны не проходят? Ну, свет – это радиоволны, нет? Ну, и что, через какую они пустоту? Где вы видели такую пустоту, что это назад изолировано от всех радиоволн? Нет такой пустоты. Поэтому такой картины, как вот казалось там, Левкипу, ну, уже нету, конечно, другая научная картина мира. Но все равно идея атомов – это хорошая идея, а тем более идея материализма, тем более хорошая, ничего с ней не случилось. Так, во второй половине V века до нашей эры в Греции возникает интеллектуальное учение, называемое софистикой. Софисты есть? Нету? А что такое софистика? Кто-нибудь знает? Как бы и сказали, не знаем, может, мы и софисты, но мы еще не знаем. Софист. Что такое? Вы софист? А? Вот я не знаю, или я плохо слышу, или вы тихо, скромно слишком говорите. Вот если я хочу сказать, что вы услышали, вы услышите. А вы можете так сказать? Могу. Ну, давайте. Изначально это были учителя философии, которые понимали для обучения детей. А это софисты?
Вот Гегель говорит, софисты, софизм состоит в том, чтобы исходить из недоказанных предположений. Взять какое-нибудь предположение и выводить. То есть, с точки зрения логики, если взять неправильную посылку... Не обязательно неправильную, просто из недоказанных. Ну, то есть, это ничего не доказано, потом уже... А вы это не заметили, что оно не доказано? И дальше все уже выводится, вам приводит и говорят, что надо зарезать этого человека. Говорит, все доказано уже. А вы так раз размотали все назад и выяснили, что первая посылка-то не была недоказанной. Поэтому надо зарезать то, что это вот сказал. Этого. Совсем другое дело. То есть, софистика... Это есть выведение из недоказанных положений. Поэтому вот люди много потом всяких правильных выводов делают, а в основу берут что-нибудь недоказанное. Но с другой стороны, есть целые науки, которые исходят из недоказанного. Математика из чего исходит? Что лежит в основании математики? Значит, неопределяемые понятия и аксиомы. То есть такие положения, которые не доказываются. Ну и вот вроде мы софистику так вообще критикуем, но вообще-то математика так и построена. Вот сейчас мы проверим. Так, математику изучали в школе? Точка – это что? Если простой вам вопрос, простой. Точка – это что? Кто скажет? Чего, не помните, да? Точка, спрашиваю, точка. Маленькая, ну что, точка, никто не скажет? Так, ну ладно, может, тогда вам маленькая не видно, а вот прямая это. Прямая что такое? А? Линия, у которой нет ни начала, ни конца. Ни начала, ни конца, нет. Это кольцо. Видели кольцо? Там ни начала, ни конца нет. Это и есть прямая. Ну, спасибо, я буду знать. Да. О, точно софист говорит, точного определения не могу предположить. И дальше будет рассуждать из недоказанных положений. Так. Так что это такое прямая? И так я не понял. Давайте громче так. Вы же доказываете абсолютно. Давайте громче. Точка – это мельчайшая единица пространства. То есть... Вы меряете все единицы, и вот как домерите, маленькая-маленькая такая единица пространства – это точка. А плоскость кто-нибудь знает? Ну, это я чувствую вам слишком трудно. Маленькая такая, а плоскость, вот плоскость, что такое? Кто-нибудь знает плоскость? Видели плоскость, нет? Ну, что такое плоскость? Возвращаясь назад, это все вот была у нас софистика, потому что вы же сами, мы же до этого сказали, что математика исходит из неопределяемых понятий и аксиом. Докладываю вам, что точка, прямая и плоскость, неопределяемые понятия. Не надо мучиться, страдать. Что, дескать, бедный я, забыл то, что изучал. Да никогда вы ничего не забыли, никогда вы это и не изучали, потому что это неопределяемые понятия. Точка, прямая и плоскость – неопределяемые понятия. Ну, а дальше идут аксиомы, и на этом строится здание там, геометрии. То есть, с одной стороны, мы как бы софистику как науку, как философское течение отвергаем, но с другой стороны, как некую ветвь познания, бывают такие случаи, когда, вот как построены на недоказанных предпосылках, на самых простых зданиях, может иметь научный характер. Но для этого они должны быть действительно простыми. Как вы можете простое определить? Вот самое простое разве можно определить? Самое простое. Через что вы его определите? Через еще более простое? А вы же взяли самое простое. Как же вы можете точку определить? Подумайте сами. Вы что хотите сделать? Объясните ее через что? Через забор, через канал, через дом, через человека. Это все будет очень сложно. Поэтому вы идете, нашли самую... Простую, не самую маленькую, а самую простую. А что такое простая? Она ничего не сложена. Уже, как вам, точка, ничего не сложно. Простую нашли, вот и все. Вот и поехали потом от нее дальше, снова наверх.
Так. Вот среди софистов был такой философ Протагор, который сказал, что человек есть мера всех вещей. И доказывал, что человек есть мера всех вещей. Это хорошо или плохо? Как вот к этому относиться, к этому высказыванию? Вам нравится это высказывание? Что он имел в виду? Не знаю. Я вот не такой старый. Не успел спросить. Человек есть мера всех вещей. Красиво же звучит, да? Ну как это вот понимать? А что выше, вещи или человек? А? По значению, что выше? Ну, человек выше по значению, да? Чем какие-то вещи. Вещи – это материальные какие-то объекты, бездуховные. А это человек. И что вы этим человеком, который разумный и так далее, будете… Там длинный ковер 12 метров привезли, и вас взяли и начали так. Ну-ка, давайте лягте. Так, еще раз. Еще раз. Человек же мера всех вещей. Ковер надо померить. Ваша фамилия как? Лазарь. Во. 5 лазаревых ковер. А другой человек, мы будем больше ковер мерить, там вы больше подойдете. Тогда будем. А ваша фамилия? А? О, Курулев. 7 Курулевых ковер привезли. А сейчас вот померим аудиторию. Да, вот там товарищ тоже подойдет как раз. То есть сначала вроде звучит красиво, но как-то. То есть то, что человек выше всех вещей, да, что он высшая форма материи, еще до этого они не дошли. Оно какая-то мера оказалась этих вещей. Тут, с одной стороны, вроде как возвышает, если разберешься, вроде как и принижает. Поэтому, несмотря на то, что это важно для истории и философии, не все вот так входило в философию, мы должны критически относиться к тому, что древние говорили. Горгий. Софист доказывал, что бытие и небытие – суть одно и то же. Ну, раз одно и то же, то вопрос о противоположности пропал. И никакой борьбы противоположности вы не изобразите, правильно? Если бытие и небытие – одно и то же. Никакого диалектического движения быть не может. То есть софисты, вот, забравшись вот до, так сказать, в такие дебри, доказывая, что бытие и небытие – одно и то же, они тем самым как бы тормозили диалектическое понимание мира. То есть вроде был до этого Гераклит, но Гераклит системы-то не создал, он диалектической. Поэтому, значит, дальнейшее течение было по-прежнему. Один одно скажет, другое другое. То есть долгое время философия существовала в виде работ разных философов, а не в виде стройной научной системы. Что такое научная система? Вот, да. Да, от начала к результату, от простого к сложному. Причем начало есть не развитый результат, а результат есть развернутое начало. Вот в таком виде не было философии. Поэтому мы и видим некоторый разброс. И мы можем находить тут хорошие полезные зерна или строительные камни для философской системы. Но именно в этом плане. Все знают имя Сократа, да? Выдающийся был человек, выдающийся философ. Был известен не только своим учением, но и своей жизнью, но ничего не писал. Поэтому ничего не осталось, никаких письменных произведений его, но зато мы можем знания о Сократе почерпнуть из диалогов Платона, его ученика. То есть ученик писал, а учитель ничего не писал. И сейчас такая же история. Я вот говорю, а вы записываетесь. Примерно то же самое идет. Ну, у меня вообще-то есть произведения письменные, но пока вот вид такой, что у меня их нет, а вы вот записываете. Вы как Платоны все, а я как Сократ. А Платон более высокая фигура, между прочим. Платон. Платон – это родоначальник идеализма. Платон, вот если Демокрит – это родоначальник материализма, то Платон – это основатель и родоначальник
идеализма. Вам идеалистическая система нравится? Не знакомы с ней? Сейчас я вам расскажу это очень быстро. Вот запомните, есть только идея, больше ничего нет. Запомнили? Ну, можно и вообще точку на этом поставить. Но если будут приставать с расспросами, можем и подробнее объяснить. Идея сама внутри себя, противоречие сама самой себе развивалась и доразвивалась до материи. Ну, дальше читайте Демокрита. И это будет уже то, что вы будете читать Демокрита, это вот как бы развитие этой идеи, да? Вот доразвивалась до человека эта идея в виде материи, а человек познает всю материю и себя. А раз он познает материю, а материя есть выражение идеи, то он и познает идею. Значит, идея пришла к познанию самого себя. Система завершена. Зря отказывались. Не знаю я, этот пиджак еще не может, он мне узкий, там вы как-то отказываетесь. Это хорошая система, чего не нравится? А у Демокрита все это вот короче. Разница только в том, что вот как сейчас вот молодежь говорит, короче, только я как-то прохожу по историческому, тут человек 5 разговаривает, я слышу только вот одно слово. Одна говорит, короче, вторая говорит, короче, 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 короче. Все, укорачивает, укорачивает, укорачивает. А чего они укорачивают? Вот красное яблоко, короче, это что? Нет. Ну вы уже там его должны вообще жевать с ним. Не трогайте его. Вы просто скажите, что такое короче, как сказать, красное яблоко. Ну, красное яблоко, короче, можете сказать? Да. Ну скажите. Яблоко. Молодец. Вот. И вот и все. Яблоко. А некоторые не понимают. Начинают думать. Ну, короче, это ясно, красное яблоко это яблоко. А желтое яблоко, короче. Яблоко. Ну, ну слава богу. Вот видите, как хорошо. Это короче. Это очень важно. Что... То есть это предмет, правильно? Объект определенный. А уже красное – это определенность этого яблока. Мы различаем объект и его определенность. Девушка со светлыми волосами. Короче. Девушка. Да, блондинка. Девушка. Ну, можно и так. А девушка с темными волосами – тоже девушка. Но, а тут как-то вот сразу можно уловить. Это уже определенное. Девушка. Можно короче будет и еще определенная. А у вас неопределенная девушка. Брюнетка. По-разному бывает короче. Ну, короче тут действительно получается. Так. Вот систему идеализма я вам изложил. Но и у системы идеализма еще и другая есть. Субъективный идеализм. Знаете, что такое? Кто знает, что такое субъективный идеализм? Никто не знает. Это очень просто. Вот посмотрите на меня. Все меня видят, да? Вот есть только я. А все, что я вижу, вот то есть вы тут вот сидите, там свет, столы, стулья. Все же это проходит через мои органы чувств. Какие? Глаза – раз. Уши – 2. Я слышал, что вы сказали. Уши – 2. Сейчас я потрогаю. Ага, это у меня... Какие органы чувств сейчас проявились? Ощущения. Это осязание. То есть вас нет никого. Есть только я и мои ощущения. Как вы меня опровергнете? Вот начнете меня опровергать? Я скажу, что вы опровергаете? Вас нет. Нет у вас. Ну, чтобы вам понятнее было, ну, вот представьте себе, я сейчас вот приду домой и лягу спать, и вас вот вижу наяву. А сам сплю хорошо. И сейчас у меня тоже сон. И вот я вижу, я в 50-й аудитории исторического факультета, задаю вопросы, мне отвечает красота. Как это называется? Солипсизм, субъективный идеализм. Вот попробуйте меня опровергнуть. Будете опровергать, я вам скажу. Вас нету, девушка, нету вас. Это мои органы чувств. Вы же не можете мне пробраться помимо. Поэтому зачем это мне, это ненужное предположение о вашем существовании? Ненужное это предположение. Это у меня вот все вот перед глазами. Можно меня опровергнуть логически? Вы хотите опровергнуть? Я с вами разговаривать не буду, потому что вы не человек, а вы просто мое ощущение.
Я не обязан разговаривать со своим ощущением. Вот когда вы были человек, я все время вам давал слово. А сейчас, ну интересно, завтра у меня там что-то зачешется, я буду с этим вот разговаривать. Нет, это не получится. Даже и не думайте со мной спорить. Бесполезно вообще. Некоторые вот люди понимают, они никто и не возникает. Один и вы только возникли. То есть это как-то вы недопоняли. Это субъективный идеализм. Это экзотическая такая философия. Но люди, как она, применяют эту вот философию сейчас или нет? А как они ее применяют? Вот у меня мнение, что вы... Какие у нас есть животные? Бизон. Ну, пусть. У меня не могу я такой? Да. Вы говорите, я не бизон. Да вы-то не бизон, но у меня мнение, что вы бизон. Можно спорить против мнений? Нет. Да это глупость спорить против мнений, представляете? Вот у вас коричневая одежда, я скажу, у вас зеленая. У меня мнение, что оно зеленое. Как у меня будете оспаривать? Вы скажете, да это не соответствует знанию. Да я знаю, что не соответствует. И действительно не соответствует. Да я знаю, что не соответствует. Но мнение это у меня есть, что у вас одежда зеленая. Это что, не распространено? Да самый сейчас цимис может сказать, вот эхо Москвы, послушайте. Мнение, особое мнение. С особым мнением выступает вот он. У вас знания есть? Нету? А мнение есть? Давайте мнение, идите, расскажите. Знания нас вообще не интересуют. Давайте мнение ваше. Особое. У меня знаете, какое про вас особое мнение? Что вы тигр. Что-то такое я усмотрел. Ну, смотрите, желтенькое есть немножко, беленькое. Но вот то, что тигр в очках, первый раз вижу. Тигр в очках. Кто-нибудь видел, нет? Ну, мнение я могу такое иметь? А вы про меня можете иметь мнение, что я кирпич. Ну, почему не иметь? Можете? Вы же тоже, можно сказать, мы на равных как бы, граждане. А то вы скажете, что я узурпировал. Ничего я не узурпировал. А вы можете считать, что я кирпич. Можете считать, что я, что хотите, бревно. И что такого? Ну, мнение. Для мнения нету законов. Борис, но это уже надо далеко вперед пройти в истории философии, что мы должны мнение возвышать до знания. А когда я его подниму до знания, это уже не будет мое мнение. Почему? Потому что это всеобщее. Это все признают, правильно? Потому что это всеобщее, это факт. А знание – соответствие понятия объекту. Если мы поднялись до того, чтобы наше понятие соответствовало объекту, это уже знание. Так вот, мы должны поднимать мнение до знания, а не опускать знание до мнения. Вот, можно сказать, это философская программа Гегеля. Что мы должны об истине думать, а не о том, чтобы высказать свое мнение. А если вот вы свое мнение довели до знания, теперь про него как можно красиво сказать про это ваше мнение? Оно же осталось у вас, только у вас мнение совпадает со знанием. Это что тогда? А? Нет, надо как-то красиво так, как вам идет уже все так. Как красиво будет? А убеждение? Убеждение – это вот если человек убежден в какой-то глупости, это не убеждение, это тупость. А вот если он знает, и он просто его мнение совпадающее знает, это его убеждение. Вы за свои убеждения будете бороться? Ну, это же хорошо. А если я борюсь за какое-нибудь, что за то, что дважды два – пять? Скажут, дурак, да и все, больше ничего не скажут. Вот однажды встретились заведующие кафедры математики и его однокашник, который сидел рядом на скамье в университете. И сейчас он коммерсант, предприниматель, богатый. И так его ехидно заведующий кафедрой говорит, ну слушай, вот как ты вот стал богатым? Ты же не мог 2 плюс 2 сложить и 2 на 2 умножить. А тот говорит, да очень просто, я за 2 доллара покупаю и за 4 доллара продаю. И на эти 2% и живу. То есть вот это очень распространенное мнение, заявление, что скажет кто-то, ну как вот так. То есть мнений очень много, у каждого может иметь мнение. У меня мнение есть по всем вопросам, задавайте. Ну, вы же понимаете, знания у меня не по всем.
А вот если вас интересует мнение, да бесконечно я буду отвечать. Бесконечно. И вот товарищ, он, я понял, что он тоже он может отвечать бесконечно, он уже готов к этому полностью. В чем проблема-то? Кто? Я думаю, все готовы мнение высказать. Всегда же готовы? У вас есть мнение по поводу этой белой вот доски? Есть. Ну, в общем, что есть такие люди, у которых нет мнения, то всегда кто-нибудь скажет, да никакая она не белая. Но я хочу выделиться из всех ваших. Какая она белая? Вон, видите? Вон. Что, не видите? Вот. После того, как здесь кто-то чего-то намазюкал, она уже не белая. А другой говорит, так она зеленая, у меня мнение. Вот, посмотрите, зеленая. Кто не видит этого зеленого? Тихо. Ух ты, какая вещь. Так это вообще какое-то неустойчивое сообразование. У меня мнение, что она вообще не нужна. И аудиторию эту закрыть. А мы с вами. У вас пальто с собой? Что, мы не можем во дворе сделать лекции? Нам микрофон нужен? Я, видите, я считаю, без микрофона. А там свежий воздух. А здесь мы вот что мучаемся? И хорошо будет. А весной вообще замечательно. Ну как-то это не принято. А вот академия что называлась? Мы сейчас же историю философии изучаем. Что называется? Это академия, это что? Это же... Во, товарищ знает. Нет, это что такое, одно слово? Академия, это что такое? Это сад. Ну, допустим, мы, у нас же есть расписание, да, только пишут там 50-я аудитория, а мы, допустим, давайте договоримся с деканатом, летний сад. И вот мы идем по саду и разговариваем. А что плохого? Они, бизнесменов нету никаких тут? А то вы, нет, у него корабля нет. Вот жалко, я все ищу, когда будет эти вот, что народ все какой-то попадается, не соответствующий нашему времени. А так бы у вас вот корабль бы был бы, мы бы сели бы, ехали бы по Неве, по кофеек бы нам бы, наверное, дали, а мы бы смотрели и рассуждали про историю человека. Разве это плохо? И усваивать будет хорошо. Но если даже мы скинемся, нам, я думаю, на корабль мы не доберем. Или на корабль наберем, но у студента умрут, потому что жить не надо, и еды не хватит. А вот тогда ходили так и ничего. И там и ключи не надо было брать от аудитории. Сегодня я полчаса не имел возможности получить ключ. Кто-то взял и все. Думаю, сейчас придут люди, меня убьют. Так. Самая важная проблема Платона – соотношение идеала и действительности. Ибо мир не знает справедливости и не живет в согласии с ней. Хорошее положение. Нам нравится это положение? Соответствует оно? Соответствует. Сейчас есть в мире справедливость? Есть. Есть где? Где-то есть. Ну где? Ну, смотря для кого. Что значит смотря для кого? Это понятие индивидуальное или понятие всеобщее? Как это справедливость для, смотря для кого? Так, не так нельзя сказать. Справедливость – это характеристика устройства общества. Как она же для, смотря для кого? Вот социализм дает справедливость? Низшая фаза коммунизма справедливость дает? Чего вы киваете? Откуда вы киваете? Ну, если бы Хрущев стоял, вы бы кивали. Ну, не... Почитайте Ленина, написано. В государстве революции справедливости и равенства. Первая фаза коммунизма. Дать не может. Неравенство остается. И неравенство несправедливое. Люди не равны, а им вот платят просто по труду. А один болен, другой здоров. Одного мало детей, другого много детей. Где справедливость? Вот Ленин говорит, не дает. Низшая фаза справедливости, коммунизма справедливости не дает. А вы говорите, дает. Не надо приукрашивать социалистическую действительность. И так ее нет. А вы еще и приукрашиваете. Вы хотите заманить нас в социализм. Ну, заманивайте, но только без этих вот прикрас. А какая есть вот справедливость? В чем может быть справедливость? Что вообще мера справедливости и что является справедливым? Вот это древние философы это не разработали, не знают.
И еще и мир пока у нас несправедлив, и в Китае несправедливость, и в России несправедливость. А в КНДР есть справедливость? Есть. Ну как же, там тоже распределение по труду. Как есть? Вы что не... Там же низшая фаза, низшая фаза коммунизма. Там классовое общество. Не без... То есть общество бесклассовое, низшая фаза, но классы еще остаются. А раз классы остаются... Вот я был в КНДР. Одни вот без всяких значков и стоят около ржавой молотилки. И, значит, снопы кидают, и эти снопы обрабатывают, чтобы потом себе зерно, а в Японию солому. А те пускай деньги дают... И делают из этого самого, из этой соломы себе циновки, там, какие-то тапки и так далее. Японцы закупать. А мы приехали с представителем Министерства иностранных дел и ЦК КНДР, Трудовой партии Кореи. Они со значками, в таких же очках, как у меня. Но там справедливее общество, чем у нас. Там каждый партийный руководитель, кроме одного, кроме генерального секретаря, должен раз в год, месяц в году, отработать неосвобожденным секретарем партийной организации на заводе или в каком-нибудь колхозе-совхозе. Это значит, что если вы сажаете рис, вы знаете, как сажают рис? Нет. Что, вы не знаете, как сажают рис в Китае? Как нет? Ты что, с ума сошли? Куда его сажают? В сухую землю или в воду? В воду. В воду. Вручную у вас или у вас механизмами сажают? Не знаю. Кого дает? Высоко вы летаете. А вы на самолете над Китаем все время пролетали, что ли? Может, у вас там это постоянное... Может, вы в космосе там вращаетесь над Китаем? Интересное кино. Ну, вот я вот докладываю вам, что рис вообще пока как делать. Вот надо его сажать. Во-первых, там предрасположенность к общественной собственности. Вот говорят, азиатский способ производства. Какое бы ни было устройство общества, но надо сделать рисовые чеки. То есть надо... Орошение сделать. А вы не можете на свой участок, который у вас частная собственность, в воду привлечь, если вы не обеспечили поступление воды на все участки. И, значит, самые плохие монархи, китайские, вьетнамские или, скажем, корейские, они должны все равно гидротехникой заниматься. Потому что если они этого не сделают, их прогонят из монархов. Потому что люди умрут иначе без этого. Поэтому там есть вот это орошение. И коллективизм усиленный больше, чем в России. Потому что в России, ну, я на своем участке, она на своем, это на своем. И все, мы там обрабатываем, потом собрали и кушаем. А тут ничего не поделаешь. Поэтому там вот коллективизм само по себе. Но вот раз, вот он, если он освобожденный секретарь парторганизации, он не будет сидеть там, где у нас, как сидели секретари, допустим, и смотрели, как у вас там с зерном. Ну, почему до сих пор не сделано? Он должен вот эту самую, вот это вместе со всеми зерно туда, саженец этого самого риса посадить в воду. Ну, соответственно, он там, в чем он ходит, босиком или в сапогах резиновых? Я однажды убеждал там товарищей, чтобы мы пошли и посмотрели, как люди работают. А там такое передовое хозяйство, и написана картина. Ким Ир Сен руководит на месте, там такая есть формула. Руководит на месте, работает это вот. Я говорю, ну вот видите, вот Ким Ир Сен, он же руководил, а мы сидим тут у вас просто разговариваем, беседуем. Пойдите, пойдем туда на поля. Они говорят, не, грязно там. Я говорю, а Ким Ир Сен грязи не боялся. И он вот ходил и с народом разговаривал, а вы нас хотите здесь продержать. В общем, я на них так надавил, и пошли мы тогда. Вот они одели эти сапоги, пошли мы. Идем, не так уж и грязно было. Пришли, там молотилка. Старая советская молотилка, ну, завязаны тряпками вот так люди, потому что очень такая вот идет отходы этого самого риса, они могут попасть там в горло, поэтому завязывают. Ну и так перепугались, никто туда не приходил, вдруг пришли, понимаешь, те же все со значками, а мы вообще иностранцы, черт ты знает, что за иностранцы, от них хорошего не жди. Значит, пришли. И эти нам стали объяснять, кто. Здесь представители Министерства иностранных дел и ЦК Трудовой партии Кореи, два человека, что вот так вот делают тут вот, значит, рис. А потом отправляют рис в одну сторону, а холому опять связывают и в Японию. А потом говорит, давайте я вам сейчас покажу. Снимает пиджак, у него такой красивенький, портрет Ким Ир Сена, пиджак. Так, говорит, ну-ка, ребята, там на своем, на корейском языке, дайте я сюда. И раз, он эти самые развязывает,
молотит и снова связывает. Видно, что человек вот так вот делает, блёт у него получается. Ну и сразу они заговорили между собой. У них сразу отношения. Почему? Ну, он месяц в году этим занимался. И он знает, как люди живут. А у нас некоторые вообще давно уже не знали, как люди живут. И отгородились от народа. Поэтому там вот есть большие достоинства. А означает ли это, что там полная справедливость? Нет, не раньше это еще есть. Полная справедливость понимается в марксизме как уничтожение социального неравенства. Вот социальное неравенство. А сейчас понимается справедливость там. Дескать, у нас был одинаковый старт, только я вот сразу стартанул и сразу захватил вместе с Абрамовичем большие куски общественного достояния. А вы неуспешный. Вы там засидели, так вам западло было так быстро бежать. И теперь вы никто. А у меня есть яхта, подводная лодочка небольшая, футбольный клуб я купил, Челси. Я успешный, а вы просто неуспешный. То есть у нас как бы равенство полное. То есть равенство в смысле стартовых позиций. А в марксизме равенство не в смысле стартов, а в смысле того, вот все-таки условия для развития одинаковые или нет. Нет, конечно. То есть это большая, очень сложная проблема. Ее подняли, товарищи. И подняли, и до сих пор она в социальном смысле не решена ни в одной стране, в том числе и в КНДР, которая находится в низшей фазе коммунизма. Ну что у нас? Философия Платона. Главная составляющая его философии – это учение об эйдосах. Идея вещи. Вот истинная причина появления конкретной вещи. Подтвердилось это? Нет, не подтвердилось. Ну вот это, так сказать. Вот это и есть идеализм. Вещь – это результат, следствие, воплощение той или иной идеи. А в какой-то мере где-то вот подтвердилось? А вот как вы думаете, вот это здание не является воплощением идеи, которая была у архитектора этого здания? Как вы считаете? Или Исаакиевский собор не является ли воплощением идеи, которая была у Монферрана? Или Смольный собор не является ли воплощением идеи, которая была у архитектора Растрелли? Является? Поэтому вот не можем взять так и отринуть. Ну, это что-то Платон не разобрался. Он идеалист. Подумаешь, вот. Так вторая составляющая деятельности человека, самое главное, его главное – это только смотреть. Да что смотреть? Это отражать мир. Отражает мир любая лужа. Так и отражает. Вот так летит птичка, она ее отражает. Озеро отражает. Все хорошо. Вы поглядите в лужу и себя увидите. Что такого тут особенного? А вот чтобы преобразовать мир, ну, вот такие причудливые бывают выветривания, скалы, такие сооружения, да, естественные. Но разве можно это естественным путем вот такое здание, в котором мы находимся, возникнуть? И столько аудитории. Это надо только представить себе, что тут будут сидеть студенты, тогда можно сделать. Правильно? А иначе невозможно. То есть это надо идею. То есть вроде как Платон не прав, это не для всех вещей его, но для тех вещей, которые являются рукотворными, так оно и есть. А у нас все рукотворное. Вот скажите, пожалуйста, у нас есть тут природные объекты? Вот здесь, в аудитории. Мы природные объекты. Так, ну вы ладно, с вами ясно. Я и не сомневался. А еще? Вот вы сидите на чем? На чем сидите? А стулья – это природный объект или нет? Ну как нет? Вы подумайте. Чего вы тогда отвечаете? Если я спрашиваю, значит подумать надо. А вы думаете, если я спрашиваю, надо ответить. Отвечать – это люди, которые не студенты. А вы должны подумать сначала. Откуда взялись? Из чего сделано это? То, на чем вы сидите? Из дерева. А дерево что, не природа? Какая? А? Какая же она живая? Уже давно она не живая. Это не живая. А какая у вас природа, на которой вы сидите, лучше скажите? Там, кроме дерева, еще железное основание есть. Железо – это природа? Да. Да. Какая? Не живая. Опять живая, не живая? Что вы зациклились? Кто-нибудь может помочь товарищу, коллеге? Это не так просто. Это вот как-то люди до этого доходили, все с трудом. Но я сейчас вам помогу. Это очеловеченная природа.
Это плод рук человеческий, это природа очеловеченная. Это та природа, над которой человек поработал. А у нас что здесь природа? Что, это не природа, что ли? Это что сделано? Из мозга моего? Или это сделано из пластмассы? А пластмасса из чего? Из газа. Или из нефти. Правильно? Вот вы ручкой пишете, а ручка ваша из чего сделана? Это природа? Когда-то и было. Что значит когда-то? Она и сейчас природа, только очеловеченная. А вот рубашка, которая у вас, свитер, он что, не природа? Вы хотите сказать, не натуральная? Для философии плевать, она натуральная или не натуральная. Значит, если это люди сделали, они люди сделали или из продуктов сельскохозяйственного труда, либо из химической промышленности. А химическая промышленность из чего делает? Из газа и нефти. Чего гордитесь, что вы из газа и нефти? Что тут такого, чем гордитесь-то? Все равно природа. А что тут неприродное? Ничего не найдете. На всей Земле есть только либо девственная природа, либо очеловеченная. Чем отличается парк от леса? Ну, не только тем, что бутылок больше набросано. Иногда в лесу больше бутылок, чем в парке. В парке хоть убирают, а там только кидают. Ну, чем отличается? Что он очеловеченный. А лесопарк наполовину. Доска. Что, не природа? Тоже природа. Алюминий еще делают? Из глины делают специально глина, из которой делают алюминий. Ну что тут есть такое, что не природа? Я даже не знаю. Ну, про занавеси даже и спрашивать нечего. Опять они или из натурального материала, или они химическим путем получены. Ну, химическим путем из чего получен? Из природных каких-то материалов. Значит, это опять очеловеченная природа. Нам все, я вам все упрощаю. Вот так у вас глаза разбегаются, а так вообще нечего и запоминать. Есть мы, как высшее творение материи, и природа очеловеченная. Все. И девственная природа. Все. Все. Идете домой, все знаете уже. Ничего не надо знать. Приходите, получайте, отлично. Красота. Чего люди не изучают философию, я не знаю. Нет, ну вам план поставили, чтобы вам было легче. Для облегчения жизни. А вы не к природе относитесь? А вы еще не думали над этим? Нет. Как-то не приходило, но... А вот я песню знаю, там «Я турист, дитя природы». И так далее. Я во время непогоды. Знаете, да? Ну а как, вы же не природа вас создала? Ну скажите, меня мама создала. И папа. Хорошо. А они не от природы? Они не к природе принадлежат? Они животные или нет? У вас родители животные или растения? Выбор какой у вас, животные или растения? Разумные животные. Ну животные? Да я не спрашиваю, разумные или неразумные. Я не сомневаюсь, что ваши-то именно разумные. Ну, если тогда считать, да, мои родители пришли от бабушки и дедушки, а они... И что? Да и бабушки ваши, и дедушки, и прабабушки, они все животные или растения? Или у вас какая-нибудь береза была где-нибудь в этом, в роду? Была береза какая-нибудь? Нет? Ну, пару генов, может, найдется. Ну, если даже... Ну, хорошо, все равно это природа, береза. Все равно никуда вы не делись. Ну, какая? Усовершенствованная природа, развитая природа. Ну, куда вы от природы-то уйдете? Ну, по природе-то вы своей. Но если вы не животные, то вы растения. Выбора нет никакого. Бывает, что растения едят животных? Бывает. У нас на болотах есть. Не знаю, у вас есть в Китае? Нет, у нас на болотах есть такое растение, которое как ладошка, маленькая вот такая. Туда муха садится, там капля такая. Росянка называется. Ну, комарик видит тут капля росы, а это не роса, а клей такой прозрачный. Она садится и уже улететь не может. А ладошка так закрывается. Потом открывается, все хорошо, только нету мушки. Но если упадете в ботанический сад, вы там найдете не такие, там целые кувшины есть, туда сунешь. Не знаю, может, и руку съест это растение. Я не пробовал на всякий случай.
Там это не так, как под только мелких животных. То есть даже растения у нас съедают животных. А вы, если бы вы не были животными, что вам завтракать? Что вам обедать? Что вам ужинать? Я же вот даже вот с вами не разговаривал, а вот подозреваю, что вы все-таки каждый день питаетесь. Не знаю, как я до этого додумался, но вот. А зачем вы питаетесь? Потому что у вас обмен веществ идет. В соответствии с тем, что вы биологическое существо. Вы биологическое существо или нет? Или вы механическое существо? Только можете покачивать голову. Биологическое. Ну, раз биологическое, так остается, значит, выяснить, вы или к растениям относитесь, или к животным. Так к кому вы относитесь? Я бы выбрал растения. У нас растения не регистрируют в роддомах, поэтому в ЗАГСах. Жаль. Так что вас зарегистрировали как человека. Человек – это высшее. Человека знаете определение? Вот я и чувствую, что вы не знаете. Думаете, я просто так к вам пристал, чтобы на вашем примере показать, что вы не знаете, кто вы. Да? Сейчас вам скоро уже закончится у нас занятие. Сейчас перерыв, наверное, будет, да? Да. Вот сейчас прямо. Так вот, под занавес вам скажу, что человек – это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Короче, животное. Короче, животное, с этим-то перерыв. Животное, короче. Но какое, это уже подробности. То есть вы идете с высоко поднятой головой, что вы знаете, что вы не растение, а животное. Перерыв у нас, все, пожалуйста.